В Орле состоялся финал детского творческого конкурса МЧС под названием «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности». В нем участвовали юные орловчане трех возрастных категорий от 7 до 18 лет. Жюри работало в читальном зале «Бунинки», где и были размещены 800 с лишним работ, представленных на конкурс. Главным требованием к рисункам и поделкам стало самобытное осмысление юными авторами тематики безопасности. Награждение победителей пройдет в апреле и будет приурочено к Дню пожарной охраны. Вместе с педагогами, вместе с родителями наши юные орловцы создают вот такие шедевры, как вот этот, например. «Не будь равнодушным к чужой беде». Какой еще лучший лозунг можно придумать в нашем современном мире? Самое главное, что каждый ребенок, который участвовал на любом этапе в этом конкурсе, вспомнил о правилах, возможно, узнал впервые о них, узнал, какие телефоны экстренных служб у нас бывают и как себя вести в экстремальной ситуации.